Точно так же мы после этого движения ударили. Смотрите, я руку ударил, я сел на переднюю ногу. Все, я на ней стою. Дальше на мое движение. Существует несколько ударов в вращении, да, которых можно иногда перепутать. Есть йока, есть вертушка у Шира Маваси, да? Мы же сейчас делаем короткий, прямой, по максимально прямой траектории. Зашли на ногу после удара. И смотрите, вот у меня нога. Вот, трутся колени. Удар наносится пяткой, стопа смотрит вниз. И после движения мы сделали. Раз, два, три. Если мы работаем ногой, то две последние руки мы кидаем на голову. Раз, два, три. Он привыкает к нагрузке на голове. Корпус открыт. Развернулись, просто тупо повернулись. Посмотрели через плечо, стоит на месте. И вбиваем. Тихонечко, с уважением от противника. Партнеру.